Добрый день! Это ProObzor, в котором мы поговорим про токарные станки с ЧПУ. Наличие числового программного управления позволяет станкам производить операции по заданной программе без непосредственного участия человека. Токарное оборудование с ЧПУ используется в различных областях промышленности. С их помощью осуществляется вытачивание деталей различной сложности, нарезается резьба, выполняется продольная обработка, а также может производиться фрезерование при наличии определенных опций. В отличие от универсальных аналогов, модели с ЧПУ имеют ряд преимуществ и выполняют сложные операции за короткий промежуток времени. Обработка деталей осуществляется на основе параметров управляющей программы. Она может быть разработана инженером-технологом предприятия или написана непосредственно на стойке ЧПУ самим оператором. Производство каждой новой детали требует разработку индивидуальной управляющей программы. С ее помощью настраиваются перемещение рабочего инструмента, движение заготовки и режимы резания. При всей автоматизации работы токарного оборудования с ЧПУ роль человека в процессе обработки по-прежнему велика. Он отвечает за подбор рабочего инструмента в соответствии с размерами и материалом заготовки, наладку оборудования, тестирование станка перед запуском, проверку качества готовых деталей. Чтобы правильно подобрать модель станка с ЧПУ, необходимо определиться с производственными потребностями, а также требуемым набором опций и техническими характеристиками приобретаемого оборудования, такими как максимальная длина и диаметр обрабатываемой заготовки. В случае необходимости использования в производственном процессе операций фрезерования плоскостей, обработки поверхностей и отверстий под углом к оси детали, нарезания резьбы, обратите внимание на наличие в станке опций приводного инструмента. Задача линейной фрезеровки и внеосевого сверления потребует приобретения токарного станка с осью Y в качестве безальтернативного решения. При необходимости обработки заготовок с обеих сторон за одну операцию подбирается модель с противошпинделем. Компания ProTechnology занимается программированием и наладкой, ремонтом и поставкой токарных станков с ЧПУ, а также инструменты и комплектующих различных производителей, от бюджетных до премиальных. Подробная информация представлена на нашем сайте в разделе «Металлорежущее оборудование».